Привет, бро! С тобой воблер и ставь лайк за 3 секунды, если ты самый сильный в классе. Считаю. Раз, два, три. Молодец, что успел поставить лайк. Ну а если ты все же не самый сильный в классе, то ничего страшного. Об этом знаешь только ты, ну и все, кто в классе. Итак, у нас игра Ravenfield, мы с тобой продолжаем сражаться на глобальной карте. Это у нас третья вымышленная мировая война, мы сражаемся за воду. Как ты помнишь, у нас вроде бы 20 литров или 25 литров воды. А ну, если ты смотришь все ролики, то ты знаешь, сколько литров воды мы накопили. Обязательно пиши в комментариях. Смотри, что мы сейчас будем делать. Мы играем дальше, дальше пытаемся здесь атаковать. Воу, и тут против нас реально будет сейчас жесткий замес. Три группы солдат против наших двух. То есть получается у нас 60, у них 90. Посмотрим, что с этого получится. У нас есть новое оружие. Новый пак, который я скачал сегодня в Steam Workshop. Он довольно интересный. И сейчас мы с помощью него и поиграем. Смотри, какое крутое оружие. Вот оно так выглядит. Там на самом деле много различных стволов. Есть желтые, есть оранжевые, есть... разные прицелы, которые можно выбрать, конечно же, для себя. Ну, у меня вот такой вот вариант есть. Есть еще парочка. Есть, конечно, оранжевый, мне понравился. Но там, по-моему, прицел немножко не так сделан, как мне хотелось бы. Там, по-моему, красное. Мне хотелось бы зеленое, потому что... и поярче. То есть там такая вот точечка зеленая. Коллиматор там какой-то не сильно мне подошел. Итак, мы видим, что враги уже на нас нападают. Мы снова на этой карте в 100-525 раз. Посмотрим, что получится в этот раз у нас тут играть. Смотри, довольно точно бьет это оружие. Также мне, знаешь, что понравилось здесь, бро? То, что, смотри, у него довольно быстрая перезарядка. Также есть еще одна прикольная версия здесь с прицелом. С хорошим, с кратным, но там, по-моему, не разукрашено. Вот если были бы все пушки разукрашены, это было бы просто восхитительно. Я бы их взял и играл бы ими постоянно. Но, к сожалению, там пушка просто обычно черная. Это желтая, прикольная, необычная, и она мне нравится. Есть, убили тех, но смотри, как мы четенько сдалека попадаем. Едет БТР вражеский. Смотри, по нам уже стреляет. Минус один. Еще минус. Минусуем. Ты посмотри, как мы четко их наказываем. А? Снова БТР. У меня есть четырехзарядный гранатомет. Давай мы сейчас с помощью него и будем палить. Огонь! Ту-ду! Все разы промазал. А как тебе, Илон Маск? Сможешь ты так вот часто промазывать, как воблер? Есть. БТР едет. Огонь по БТРу. Колеса отлетели! Это было восхитительно. И все, кто внутри, вылетели, как тряпичные куклы. Огонь с гранатомета, всех будем раскидывать. У нас в гранатомете довольно много выстрелов. Давно у меня был этот гранатомет, я как-то пользовался им, а потом что-то подзабыл. Ну, короче, не сильно у меня получалось с него играть. Но потом я присмотрелся, что оказывается у него много выстрелов. Огонь, но просто накидываем вообще, не целясь. Блин, а я его все же не убил. Предатор меня уничтожил, ах ты хищник. Так, я в кого-то вселяюсь. Что у меня есть? У меня снайпер... Ого, у меня тут врагов! Слушай, беру с пистолетом против врагов. На! С выстрела. На! Блин! С чего он меня уничтожил? С какого-то оружия Второй мировой войны. Блин, кого мы вселяемся? Нас двое, их 16. И я снайпер. Так. Битва снайперов. Блин, меня убили снайперы. Конечно. Фух, их очень было много. Надо было залечь, а я стал. Но навряд ли это как-то бы спасло. Конечно, они уже начали оббегать скалу. Потеряли мы эту территорию. Потеряли 5 литров воды. Ребята, никак мы не завоюем. Так, что у нас тут на глобальной карте? Нас двое. Конечно, стартуем. Я вообще ничего не выбираю. Дайте мне хоть как-то поиграть, а? Как-то войска переставить. Так, это у нас пустыня. Давай мы выберем другое оружие. По-моему, вот это оно с прицелом, что ли. Где-то оно было с прицелом с каким-то, я не помню, надо выбрать его. Будем на... Нет, по-моему, не это. Так, а там был глушитель? Вроде бы вот это. А, мы с аэродрома наступаем, хорошо. Посмотрим, здесь был... Да, вот оружие, ты видишь, оно такое довольно интересное. Наши, конечно же, поехали, давай мы. Пацаны, вы с нами, вы со мной. Только дело в том, что кто-то один вообще будет ехать за рулем.
Да, а у меня четырехкратный прицел, но написано внизу X4. Так, один со мной, а другой пешком прикрывает меня. Давай, бро, прикрывай нас. Подписчик, это мой подписчик Даня едет. Даня за... Я за рулем, а Даня прикрывает. О, там уже сбрасывают. Да вы задолбали вертушки. Что происходит? Дичь какая-то творится в воздухе, ребята. Дыщ-дыщ. Ах, вражеский вертолет, сзади нас был. Да так нечестно. Хорошо, надо на вас какое-то оружие взять. Более мощное. Вот видишь, они там летают. Ну, у нас вроде бы больше должно быть солдат. Не хочется, конечно, с одной стороны пешком идти, хочется ехать, но с другой стороны мы видим, что здесь довольно опасно. Ладно, я сам сяду за квадрик. Нет, не хочу я сам за квадрик. Давай в команду ко мне. Даня номер два. Давай. Ох и Даня с гранатометом. Давай посмотрим, что у нас по мини-карте. А, с правой стороны очень много врагов. Я понял. Летим вперед, чтобы по нам никто не мог попасть. Ву, бешеные! Со скалы прыгаем! Тыщ! Перевернулись. По-моему, я Даню убил. Даня, ты был не пристегнут. Надо же было пристегиваться. Да что это за дичь происходит? Вы задолбали меня. Так, где моя снайперка убойная по вертолетам? Вам всем хана. Задолбали. Я только появляюсь, они меня с воздуха уничтожают. Все, буду охотиться на вражеские воздушные машины. Враг? Это наша. Что это вообще за какой-то прицел квадратный? Что это за кривой прицел, бро, а? По-моему, я не ту снайперку выбрал, которой я обычно играю. Ладно. Бежим вперед. Что-то враги жестко накидывают нашим. Я вижу, что у нашего солдатика он сверху уже уменьшается количество воинов. У них три точки, у нас всего лишь две. Бежим вперед, пустыня. Нормально у нас начался сегодня бой. Сразу мы проиграли. Там было не слабое противостояние, конечно. Это чей вертолет летит? Вражеский. Слоумо нажимаем. Огонь. О, куда-то полетел лазер, не полетел. О, что-то снайперка не очень-то, а. Упреждение. Огонь. Пульнул, попал вроде бы. Горит вертолет, да, я его подбил. Еще огонь. Слушай, вообще отстойная снайперка, надо взять другую. Ну, давай посмотрим, что с этого получится. Эти уже захватили, молодцы. Вот так вот берем точки. А вот здесь, кстати, точку может даже и придется дефить. Да ладно, не будем ничего дефить, пусть они сами тут воюют. Что у нас по слоумо? Этот уже бомбы скидывает. Чей вертолет? Я хочусь на вражеский вертолет, и вот вижу вертушку. Огонь. Ну, попал. Уничтожил. Я отомстил. Падает. Еще раз пальнем, чтобы он взорвался. Огонь. Такой себе перезарядочка. Там вот самолет упал. Бежим вперед. Так, где мое оружие, которое свежее, новое? Новая модификация, ребята, ствола. Во-во-во, вражеский танк. Я тебя вижу, танк. Вот ты на меня смотришь, огонь. Минус танк, еще раз. Добиваем, чтобы он взорвался. Вот они повылазили. Бежит, бежит, огонь. Отлично, уничтожили, перезарядочка. Вражеский самолет, бро. Слоумо включаем, целимся. Огонь. Попал. Подбил самолет, горит, смотри. Сразу там уже выпадает. Вражеские солдаты. Вот, вдалеке, смотри, на квадрике. На! Промазал. Ну да ладно. Так, давай перезарядимся, чтобы эта снайперка была заряженная, потому что здесь довольно много техники. У меня под носом враг бегает! Ну, так как враг был дурачком, он меня не увидел, потому все у нас четко получилось. Так, четырехкратный прицел. 4Х. Вот, упал. Он живой, он живой. Покатился. Живой до сих пор. Отлично. Бежим вперед, вражеская техника едет. О, по мне стрелять, да что ж я вам сделал такого? Там и танк вражеский, и БТР вражеский. На, БТР горит. Давай, лупи по бронетехнике. На квадроцикле. На, сразу квадроцикл отлетел, смотри. Так, там где-то летел. По-моему, вражеский танк ехал, я его видел.
Вот-вот-вот, вдалеке. Ай, меня снайпер убил! Да нет, это не снайпер, но все равно он меня четко уничтожил. Я сажусь за него. Мне нужен чувак, который будет прикрывать. Давай, мне надо найти братиша. Вон, спереди поехал квадроцикл. Братиш на квадроцикле, бро. Ну то, что мы на квадриках, это круто. Но лучше бы кто-то у нас вообще сидел за пулеметом. Во, вот это я как могу ехать. Это воблер, я приехал. Стой. Стой, стой, стой. У тебя есть квадроцикл, ко мне. У тебя джавелин, вижу врага. Минус один, уехал. Подбил, он живой. Он упал, но он живой, сейчас он встанет. Он все равно живой, а его кто-то вырубил из наших. Наш, вон, видишь, упал, сразу со снайперки бьет. По ком-то бьет. Слушай, тоже снайпер, молодец. Мне нравится. Давай мы просто будем здесь лежать и снайперить, а? Хорошая идея, или мы на квадрике покатаемся? Давай, воблер за рулем. Ты же у меня типа в команде. Давай, бро, садись со своим джавелином. О, четко, ух, ракету на ходу пустил. Прям, ух, выпускай ракеты. Сейчас будем брать эту точку. Ой-ой-ой. Это флаг красной команды. Сейчас мы его захватим. Ну, дело в том, что тут рядом вражеская база. Они постоянно будут его захватывать. То есть нам надо как-то, если честно, его прикрывать. Вот смотри, подожди, с пулеметом. Залег с пулеметом, тоже мне ниндзя какой-то. Так, это наш ездит. Смотри, как наш флаг шатает. Вот так вот надо флаг брать, ребята. Так, там летит вражеский самолет. Что вы слезли? Нормально припарковались. 5 баллов за парковку. Вы вообще огонь. Так, что там? Кто-то спереди атакует? Вражеские самолеты летают. Это же отсюда будет ехать вражеская техника. Наши сразу пошли на их базу. Так, кто тут у них? Вражеские вертолеты! Квадроцикл! Завалим его! Давай! Тыщ-тыщ! Убили! Он живой! Он в воздух просто подлетел! Давай в воздухе добиваем! Отлично! Берем сразу снайперку нашу. Я вижу, вражеские вертолеты полетели. Один на аэродром, один летит на нас. Целимся. Вот. Огонь! Да, минус вертушка, ребята. Вот она горит. А где еще вертушка? Вот она полетела. Там и вражеский самолет тоже. Так, на упреждение. Огонь. Промазал. Давай еще разочек. А, он горит? А это не тот горит. Огонь. Попал. Попал, он загорелся. Сейчас будут высаживаться, ребята. Это самолет вражеский хочет на меня бомбы скидывать, смотри. Ну, а сразу ему в корпус. Загорелся. Сразу попадали они. Вот сейчас они... Да, они успели высадиться. Одного техно я убил. Он даже не успел включить парашют. Давай перезаряжайся, бро. Так, перезарядилось у нас все тут. Кто по нам стреляет, я не вижу. Может, сверху? Там же вертолет упал вражеский. Откуда пули идут? Ага, вот-вот. Они отсюда будут бежать, потому что в этой стороне их база. Это логично и понятно. Так, вражеский бомбер. Это он будет на нас бомбы скидывать? Нет. Так, смотрим тихонечко, где они. Вот-вот, кто-то бежал. Нет, это склад. Наши пошли базу шатать. Снова вражеский вертолет. Да вы задолбали, летаете вы и летаете. Целься. Огонь. Минус вертушка, смотри. Коптер подбит. Давай на добивание. Еще разочек, там еще один в кабине остался. Да дамся. Перезарядочка. Мы тут будем на страже порядка. Вражеский танк. Нет, у наш танк поехал. Давай посмотрим, кто-то сел на парашюте. Вот бежит, бежит, будет, наверное, по нашему танку стрелять. Так, 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 кто это? Ага, новый вражеский бомбер. С пулеметом. Ну да ладно, убил так убил. Снова я респанулся, черт знает где. Беру квадрик. Что нам говорит миникарта, ребята? Они у нас под носом захватили. Наш там пытается точку взять. Короче, наша задача просто уничтожать вражескую команду, да и все. Потому что точки точками, но солдаты у них должны тоже подзакончиться. Давай едем вперед. Будем просто веселиться, ребята, и убивать врага. Жух, воблер на квадроцикле. Жух, прям буду топтать вражескую базу. А нет, эта база уже не вражеская, эта база уже наша. Едем, наши застряли. Пацаны, ну вы даете.
Я вперед, буду прорываться сам в одиночку. Если что, если будет враг, я быстренько спрыгиваю. Беру ствол и начинаю палить вовсю, вы поняли? Вот, допустим, спереди я вижу, красный бежит. Я сейчас за домом высажусь. Таки чоп, сразу хватаю ствол. Вот здесь, по-моему, враг был. Видел врага. Сверху. Подожди, вот. Убил. За пушкой. На меня смотрел, хотел пульнуть, ребята. Хотел шмальнуть по воблеру, не получится. Мы шатаем их точку. Этот флаг будет наш. По-моему, кто-то по мне уже пытается стрелять. Не знаю откуда. Давай в танк, наверное, все-таки сядем. Вау! По ногам ему. А то он первый сядет в танк. Давай в танк садимся, и нас точно никто не убьет. На! Убил. Он прям на меня! Как? Подождите, ребята, это что за прикол? Я сижу в танке, и в танк залез враг. Как такое вообще возможно? Что происходит? Я управляю танком, а враг залез в мой танк. Чё за дичь? Я такой первый раз в Ravenfield вижу. Вы такое видели? Так. И танк меня убил. Нормально. Что это за дичь? Смотри. Он сейчас всех убьет. Наши давить его начали. Наши решили его просто задавить. Так, где-то точка. Я хочу здесь респануться. Это реально какое-то безумие. Слушай. Наши, конечно, вот задавили. Они просто на джипе в чувака въехали. Это была жесть. Но то, что он залез в танк, в котором я управляю, я такого еще не видел. Вот честное слово, это впервые за 2 года такое со мной в Ravenfield. Ладно, поехали на их аэродром. Там немножко пошалим. В принципе, я в танке. Дело в том, что я сам. Надо будет, если что, переключаться между пулеметом и основным оружием. Давай, вперед. Потихонечку. Да, танк слоупочный, конечно, по сравнению с квадроциклом, который пыряет. Но он часто переворачивается. Он такой какой-то, как будто неустойчивый. Сложно на нем быстро ездить. Отсюда враги едут, я понял, да? Чья точка? Точка синяя. Слушайте, а вы где вообще враг находится? У него точка одна в пустыне осталась. Все, если мы ее захватим, мы сразу победили, получается. Их просто мы можем там прижать. Так, давай отъедем, чтобы на самолете пролетел. Жесть. Смотри, как мы их жестко наказали и придавили. Чётенько. А, они еще аэродром захватили, блин. Аэродром под их контролем. Ну, там танк вроде бы наш ездил что-то. Пытался там сделать непонятно что, правда. Но пытался, чувак. Давай, едем. Вражеский танк. По мне уже стреляет. Огонь. Попал. Блин, и он попал по мне. Зарядка, давай. Второй раз попал. Давай, он горит. Он горит, а я еще не горю. Ага. Ага, ребята. А кто тут подъехал? Дядя Воблер? Что вы, за скалу спрятались? О боже мой, кто там БТР вражеский? Куда вы побежали? Куда вы прячетесь? Так, сажусь за пулемет. Где пулемет? Где вы? По ногам рублю. Все, завалил двоих. Так, садимся за основную пушку. Ой-ой-ой, я с танка вылез. Сзади БТР ехал. Лучше с танка пока не вылазить. Не помешало бы, конечно, починиться, потому что я весь в дыму. По-моему, у меня жопа горит. У меня осталось 2,5 палочки здоровья. О-о-о. Смотри, если враг меня заметил. Один выстрел, и я труп, понимаете? Я горю? Нет, я еще смогу пережить один раз. Едет. А, танк взорвался. Или нет? Квадрик. На, вражеский квадрик, погиб. Внизу еще танк. Да откуда у вас сколько танков? Так, минус один. Я живой, смотри, как я четенько здесь. О, за скалой спрятался, отъезжаем. Так, он башню развернул. Зря ты развернул, бот. Несчастный, я умнее тебя, у меня стратегия есть. У тебя нет никакой стратегии. Все, мы его подбили, он дымится, жопа-то горит у него. Сейчас они оттуда повылазят. На, снарядом. Так, по-моему, я горю. Ох, кто меня?
Откуда ты вообще взялся? Он с РПГ меня обработал. Бегает сзади, с РПГ стреляет по нам. У нас много точек, это, конечно, круто. Но с другой стороны, очень нам тяжело. Я на самом деле на глобальной карте даже не успел сегодня ничего поставить. Никаких команд сделать, чтобы мы что-то там могли атаковать. Ничего не сделал. Я только зашел, на меня сразу напали. Я начал дефиса, проиграли мы. Второй раз мы тоже только начали. И вот чем заканчивается вторая наша битва. Не вижу врага пока что. Там наши поехали. На танке. Самолет упал. Да я, конечно, стою так, знаете, прям на самом видном месте. Тяжело будет, конечно, попасть по врагу. Вражеский вертолет. Давай мы как-то так очередями будем. Я не знаю, вообще наношу я какой-то урон ему, не наношу. Смотри, он криво летит. Наверное, все-таки наношу. Смотри, как-то он криво-криво подбили. Что, реально я его подбил? Да не мог его с автомата убить. Это чудо какое-то. Такого не бывает. Давай высматриваем. Так, какая-то точечка побежала. Это наш. Что еще есть? Так, вражеский вертолет. Так, уже мы сейчас побеждаем, ребята. Так, взлетел вертолет. Давай мы его уничтожим. Целюсь. Огонь. Что, попал? Да, попал. Горит. Перезарядка. Так, вражеский БТР едет. Победа! Фух, отбили мы, конечно. Хотя нас было больше. Но все равно. 5 литров потеряли, 5 литров заработали. То есть, в принципе, за сегодня мы ничего не потеряли. Вода у нас есть, значит, пить будем. Будем пить водичку, если будет жарко. Давай посмотрим, что на глобальной карте. Алло, дайте я хоть что-то переставлю. Что вы тут, блин, двигаете? Переставляете все. Так, давай мы войска хоть перекинем, а то реально дичь какая-то получается. Так. Сюда. Давай одного. Я сюда перекидываю, потому что я вижу, непонятные вещи происходят, если честно. Так, мы можем... Они вообще тут поодиночку. Мы можем сюда их атаковать. Ну, тяжело будет сюда просто подкрепление переправлять. То есть нам лучше здесь просто стоять на месте дефить. Если они будут атаковать, то значит мы будем чисто обороняться. Вот мы сюда. Если тут кто-то умрет, мы отсюда можем сюда пойти, смотри. И отсюда уже стоять в дефе. Блин, ну эта карта, долго мы будем на ней стреляться, если честно мы. Давай будем надеяться, что этот бой будет довольно быстрый. Атакуем. Мы в атаке. Никакого автобоя, сразу идем. Да снова эта карта, ну да ладно, давай мы сейчас... А, у меня хорошее оружие. Сейчас мы быстро все порешаем, и этот бой будет на нашей стороне. Смотри, раз. Тем более, что у них 30 человек, а у нас 60. Мы что, не завалим? Нас в два раза больше, ребята, ну как это? Тем более, что воблер. У него воблера снова не в ту сторону побежал, а? У меня 4-кратный прицел. Это что-то да и говорит. В атаку! Сейчас мы накажем. Этот будет бой быстрый, продуктивный. Что вы здесь валяетесь? Никто же. Давай мы сразу их БТР приговорим со снайперки суперской нашей. Чтоб он тут не маячил у нас на горизонте. Вижу БТР. Огонь. БТР взорвался. Там был нано. Снова бегут. Корабль вражеский. Огонь. Корабль уничтожен. Горит. Вражеский джип. Чтоб у них техники не было. Огонь. Джип уничтожен. Все бегут пешкадралом, ребята. Воу! Ничего себе! Пенгун какой-то. Пенгойн. Пенгун меня убил. Ну, вы знаете, у меня английский самый четкий. О, у меня какая-то супер крутая снайперка. Но! Минус один. Мальчик-чик, перезарядочка. Я вселился в какого-то чувака. Да ну что ж ты у меня перед ли... О, перед прицелом-то маячишь. Огонь. Промазал. Чувак с миниганом. Конечно, надо его уничтожить, потому что он очень крутой и опасный. Он бежит так-так на упреждение. Он на меня смотрит. Стал! На тебе, нечего на меня смотреть. Дыщ, улетел. Вы представляете, какая убойная сила у патрона, что врага подкидывает на 10 метров вверх. Это просто опасный выстрел. Но! Промазал снова. Вот-вот-вот-вот стоит огонь. Да, минус снова летает. Смотрите, что происходит с врагами.
Странные они, если честно. Что-то летает в воздухе. Давай зарядочка. А ну. Смотри, по мне стреляет. На! Чтобы не стрелял тут. Еще один бежит. Отлично. Чик сверху. О, с РПГ. Не, ну так нечестно. С РПГ меня завалил. Там осталось, ребята, всего лишь 3 человека. А я в новой десантной группе, которая будет наказывать врага. Что мне тут за прицел? Ого, хорошая кратность, я вижу. Я убил. Не надо тут ля-ля. Я его убил. Бежим все толпой в атаку. Они кинули дымовую завесу, чтобы мы их не заметили. А, то наш побежал. Фух, я перепугался. Это тоже наши. А где они засели? Один где-то спрятался, ребята. Вот он стоит. Нога его застряла. Нога торчит. А, он где-то наверху сидел. А видели? У бота нога вверх задрана была. А что так ногу задрала? Вы не скажете? Отлично, это было наше нападение. Мы уже атакуем, потому что пить хочется очень сильно. Мы уже неделю воюем. Потихонечку, конечно, пьем. Но в то же время, пока что мы еще не до конца тут все завоевали. Ну что, дорогой друг, с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие видео и скоро увидимся. Удачи и пока.